А мне еще сегодня пончики сделали, да? Конфетку домашнюю. Всем привет! Начинаем новый влог. Эту ночь мы уже все вместе спали. Это матрас надутый. Это от... как она зовется? Мамина шляпа. Да, девочки. Приехали мои родители, чему я очень рада. Чемодан вот. Сахар вот там облюбует. Сейчас купила чуть продуктов. Сейчас покажу. Ну, такое, что там продукты. Это бедра. Вот бедра. Дальше молоко папа, ему нужно в чай, он добавляет. Знаете, ну, по-казахстански. Он же в Казахстане мы родились. Это горох. Это гречка. Ну, пусть будет. Опять херню эту дали. Дальше батон тоже. Вчера, представляете, 4 часа домой приезжаем, а дома хлеба нет. Пришлось вор... Мама опять себе купила, будет кушать, сейчас чай пить. Это Брюс. Брюс сидит под диваном, по всей видимости, не вылазит. Это сырки взяла к чаю. Кто-то съест, я не буду есть. Это маме я купила кофе вот такое. Вот. Джакоб Монарх. Здесь сколько литров-то? 190 грамм. Потому что она со своим приехала, вот с таким, с Нескафе. Я его такое взяла. Фрукты, куча проводов. Всякая херня тут. Ой, это они пауэрбанк заряжают. Калининградские яблочки местные. У меня же у родителей там дом был. Так, сейчас буду, хочу ДНК посмотреть. Тут надо полы протереть. Давай я тебе сырок дам. Сырок. На. А мы с Захаром утром сейчас ездим. Как он зовется? Дефектологу, реабилитационный центр. Разговаривала с... как он? С неврологом, правда, не тот, который нас принимал. Думала, кортексин нам выпишет. Он тоже для речи. Но она не рискнула. Нет, и все. Нет, но нет и свадьбы. Захара, а что ты подгузник снял? Он в подгузнике ходить уже дома не хочет. Вот уже сюда. Насколько вот душа радуется от того, что когда ты знаешь, что твои близкие вот рядом, что как бы, ну... сразу вот легче, что не где-то за 3-9 земель, понимаете? На эту херню она что это? Так. Все. Прилетела моя семья. Моя семья. Посуду уже помыла мама, что ли? Сразу видно, что женщина. С дедушкой Захару машинку вот такую подарили. Какая-то трансформер. В общем... вот в робота собирается, надо уметь, чтобы не сломать. Есть веские основания предполагать, что Ниндзяго. Ниндзяго, между прочим, это известный сестра. Мультфильм. Смотри. Ниндзяго. И... пипец, 10 посылок пришло. Машина не влезет. Так, ну что ты за колбаску привезла? Мама привезла. Сусусик. Это польская? Сейчас будем пробовать, она с плесенью, пипец. Сколько мы не виделись? С 15-го? 3 года?
4, получается, 3,5, но что там эти 2 недели? Можно сказать, что с 13-го. Сразу возьму. Вот такая. Положи гречку на место. Прикольно. Она жирная, как я люблю. Боже. Слушай, чай налить? Налить чай. Девочки. Ой, девочки мои. Ну, нет пока у меня возможности с вами связаться, выйти с вами на связь. Так, Лоранс. Пока нет, потому что мы ездим целыми днями, дела решаем. Приехали мои родители. Смотрим дома туда-сюда. То все туда-сюда. Вот. Уже успели даже попоругаться. Все на нервах, родители нервничают, потому что за те деньги, которые у нас есть, купить Ставрополь невозможно, поэтому мы смотрим ближайший населенный пункт. Такой тоже мини-городок. Даже там, черт, что. Как-то так делать. Ой, мама сидит, сама кушает. Пока наша большая семья поехала риэлтором, там туда-сюда, уже темно. Загвоздка знаете в чем? Загвоздка в том, что сдали на прописку, и все равно будет штраф, так как мы сдали, мама с папой и сестричкой сдали на временную прописку, а на постоянную, когда они приобретут жилье, но это еще непонятно когда, то там будет штраф, так как, представляете, по закону всего неделя дается, чтобы когда выписался с постоянного места жительства на постоянку, прописываешься, дается только неделя. Я считаю, что это нужно менять, так как раньше был месяц, я помню, давался месяц. Люди уехали из Калининграда в совсем другую область, в Ставропольский край. Ну как они быстро могут что-то покупить? Там люди покупают же долго, выбирают, снимают нам на съемной квартире. То есть, ну, пидорасы, пидорасы. Антон, смотри за ребенком, пожалуйста. Поликлиники заехали. Папа просил ему карту купить, но нет карты Михайловска. Ставрополь есть. Ставропольский край ему беру. Но нужен еще Михайловск. Ну ладно, в самом Михайловске глянем. Захар, кстати, любит пазлы, но собирать их не умеет. Книжка на колесах. $700. Так я ему не смогла купить за 700 рублей книжку. Это очень дорого. Для меня 417. Книга 695. На дороге. Еще на дороге. 300 рублей. Ой, она и пазлы. Мы эти пазлы все растеряем. Ладно. Она, получается, вот того ребенка, которого она увидела, это был, ну, в первый раз она его увидела. И смотрю ДНК. Очень сильно, родители с мужем уехали паспортный, ну, МФЦ. Смотрите, мама пожарила перчики, сижу с удовольствием, вот один сейчас съела, и второй, наверное, съем, и все на этом. Есть, вот такой вот как хорошо, когда... Вот. Ну и потом уже, когда мама унесли, есть рядом. Осталось, что вот как-то ребенок не похож ни на меня, ни на мужа. Потом уже, когда медперсонал
Захарка вообще сегодня не спал. Мы сегодня были у дефектолога. Это рыбка хамса, по-моему. Жирная, но что-то она соленоватая. Мама захотела рыбку. Они тюльку хотят. Тюльку. Ах! Такой голос. Неожиданно. Играет. Я не понял. Перезаряди. Пистолетик. Сахарчик. Да блин, вообще я не буду сидеть. А ну давай. А ты попробуй. Да блин, вот снимай ветру. Ксюша, нажимай, покатился малыш нас. Мы на ярмарку пришли. Смотрите, что мы с мамой приготовили. Ксюха чеснок начистила. Тут с кинзой, ну аджичка. Девочки, это то, что я люблю. Бомба. Мама будет жаркое готовить. О. Все, девочки, Захар остался с мамой и с Ксюшей дома. Я иду в детский мир, мне нужно купить кефир. А я еще вас снимаю, что ли? Кому? Так, это с детского мира. На, Ксюша, забирай своих... А он спит, Захар? Ксюша. Это твои крабы пришли. А я вообще не могу с крабами есть, мне они не нравятся. Что я без шампуней? Мне нужно чередовать шампуни, одним и тем же я пользоваться не могу. На эту колбасу пока акция идет. Богородская. Черкизова. О, господи. Мой мальчик мой. А где он нашелся? Не знаю, он из шкафа. Какой же у тебя стресс? Ну, аж вон дергается. Че ты? У меня просто грязные руки эти. Красавчик. Такая колбаска. И вот такую взяла, что это. Рулет петербургский. Не знаю, что это. Так. Ой, давай выбирать Захару рюкзак, короче. Нету, не нашла то, что мне надо было. Я хотела ему на рюкзаке, знаете, как вот когда... Как типа акулы, вот эти ребрышки набивать же. Короче, ничего нет, они все поубирали. Я у двух спросила, она не знает. Пошла на кассу расплачиваться. Она говорит, сейчас, говорит, их, по-моему, убрали. Завет, короче, та с таким, ну, и лицом, естественно, недовольным. Типа, иди поищи. Она приперла, ну, неподходящие. Потом говорю, ну, должны быть с такими этими, с ребрами. Короче, не это. С ребрами она принесла, но у ребер, короче, ему прям, знаешь, на попе будет висеть хвост. И, короче, я решила его не брать, вот выбрала вот такое, вот акула и все. О, я хочу себе такое. А, это же этот, это морской. Морской кит, наверное. Да. О, с зубками вот. В общем, я такое выбрала Захарчику. В садик ходить. Теперь еще осталось мне купить, я тоже уже мечтаю сколько, полгода точно. Нет, ну, под кожу как там. Потому что он стоит почти как взрослый для мамы. 800. Что, звонили? Детская зубная паста у Захара уже заканчивается. Вот, вот такую взяла. Baby Line. Какая-то фруктовая. Потому что наша от Faberlic мы уже сколько ей пользуемся. Уже, наверное, если с года, я даже уже сколько, уже полтора года. Захарки я журнал обычно вот такой беру в детском мире. Да, Лего. Вот он листает это ему. Потом кефир и маечки нашла.
в садик на физкультуру, сказали ж, вот, белые, две штуки. Ну, наверное, может, еще надо будет, не знаю. Пока им опыт у меня первый. Что-то они, слушай, его размер 98, но, по-моему, они ему большие будут. Ну, в принципе, зато просторно, ладно. Их обязательно стирать, может, пока не надо. Белый цвет полиняет. Ой, блин, ее на полоскание надо поставить. В общем, вот так вот деньги у меня обычно уходят на всякую ерунду. Полоскание. А? Ну что, девочки? Родители пошли в магазин, там за соками, туда-сюда. Немного плоховато себя чувствую, ну, как мне свойственно. Вот. Едем на кладбище к свату моих родителей, да, то есть, ну, к дедушке Захара, к папе мужа. Вот, потом в гости к маме мужа. Едем на шашлыки. Да, Захар? Захарушка? Сына? Чего там у тебя? Масынка? Вот так вот набился рюкзачок, но тяжелый, слушайте, девочки, как Захар такое может сам носить? Здрасте! Дед наш, это... Может, мы ему мешаем, наверное, чтобы выехать? Раз, и потом накладывает, и сразу здесь было для этого соуса. Тоже вот здесь три их как раз. Баночки только заберем. Баночки уже... А я такие не люблю. А мы сейчас у нас любим, не любим. У нас нам пока нам не все сегодня. Надо теперь. Нет, просто они у меня пропадают в таких банках. Я поняла, что лучше. Когда закручивают, все будет. Там купили, появится. Антон, где тряпочки руки вытирать? Пару пустых. Сильно часто тоже не надо. Они такие. Запах обалденный. Я вам не могу передать. Вот лучок себе подвисает. Заказки привет. А ваши бабушки еще. Тряпок нету, да, руки вытирать. Мама домой, да, пошла? Ух, классно, жарко. Ну я не такие куски режу. Шампура уже убрали. Я тебе говорила, снимай. Как убрали? Вот они? Три штуки. Ты что? Да, вот они стоят. О, еще чуточку. Красота. Люба. Тихо, без матов. Блогеры пришли. Какая красота. А запах? Сплетни на телевизоре. Запах обалденный. А что, у тебя качество лучше, чем у меня? Давай поменяемся. Блинчики. Он едет. Аккуратно, дети. Детей держи, Антон. Захарку держи. Давай руку. Давай руку. Привет, скажи, привет. Смотри, какая. У нас тут это. Любовь. Любовь.
маленькая девочка. Девочка маленькая. А как девочку зовут? Давай посмотрим, что мама тебе купила. Бабушка с дедушкой денежку подарили. Мама купила тебе чуть-чуть вот свитер. Вот такой темненький, тоненький специально брала, чтобы этот. Вот Брюс вышел, пропажа. Отойди, Брюс. Ты, конечно, как я разбираю вещи, ты начинаешь лезть. Футболочка серенькая. Может быть, будет большевато. Это, знаете, так в садик, чтобы в садике это была сменка какая-то, такие подешевшие вещи, чтобы это... Чё? Ксюша? Вот такая вот маечка, футболочка морячная. Тоже в садик. Ручки, мне кажется, длинноватые будут. Тоненькая тоже такая. Следующий вот такой свитер. Брюс, отойди. Вот такой. Нам воспитательница сказала, такие дорогие вещи в сад старайтесь не приносить, потому что кто-то у вас украдет, запачкаем, еще что-то, вы потом будете возмущаться. Но мне вот этот больше нравится, синий. Это так, чтобы был. Мне кажется, ему рукава, ему, да, рукава будут короткие, я не знаю, что я взяла, зачем. Брюс, отойди. И вот такая вот еще футболочка. Все, кажется, все. Ну, ему рукава будут короткие. Зря купила, блин. Жить этот влог. Моя сестричка пьет ессентуки пиво. Девочки, девочки. Смотри, какие у нее носки. Я тоже все такие хочу. Но пока у меня такие. Зато у меня кроссы хорошие. Да, он просто не смотрит. Захар хочет спать. Он не спал в обед. Все, пока-пока, девочки. Пока-пока.